А чем он вам понравился? Ну, игрой прежде всего, конечно, Бочарова. Бочкарёва, извините. Бочкарёва, я просто... И вообще все вот этой атмосферы. Какая атмосфера спектакля? Атмосфера зала дружеская, приветливая, доброжелательная. Воспринимали все его шутки, там, репризы, ну, как и должно быть. В общем, такая ответная реакция зала очень чувствовалась. Что называется обратная связь, которая у нас, которой мы лишены в жизни. А чем еще хорош этот спектакль, сам спектакль «Мне больно»? Что вам в нем запомнилось особенно? Ну, понимаете, его можно и на нашу жизнь перенести, на сегодняшнюю. А как? Каким образом? Что общего? Ну, как мне трудно сказать. Есть такие мысли, которые... Бывают такие мысли, которые трудно выразить словами. Это как-то вот в себе остается там где-то в подкорке. Сейчас вообще принято как-то вот в театрах спектакли осовременивать. Но это бывает как-то... Они изменяют как-то авторским текстом. А здесь этого нет. Я, конечно, не читала эту пьесу Мольера, но очень понравилось. Ну, вообще все великолепно. Очень понравилась концовка. Я только не знаю, это не Соломин выступал после него, как бы дружеское такое, как же было сказано. А главное, чтобы понял Путин, культура Русь должна спасти. Вот эта концовка, вот великолепная, которая завершает и спектакль, и все, что... Ну, вообще, хорошее очень завершение спектакля. А главное, чтобы понял Путин, культура, речь Русь должна спасти. А что для вас значит именно этот театр, Малый театр? Ну, это как-то... Здесь же классика. А я люблю классические вещи. Я люблю ТЮЗ. Там Чехов в основном. ТЮЗ. Да? Вроде детский театр, но я там смотрю. Мне там нравился... Во-первых, мне очень нравится артист питерский. Алексей Девоченко. Мы слышали такого, да? Вот. Ну, в общем, всегда любил театр. Сейчас единственное, что, конечно, зрение подводит. Ну, и не всегда бывает. Ну, люблю театр. Пусть говорят, замечательный спектакль. Люблю театр, люблю музеи. Вот 18 числа пойду сюда же на «Дети солнца», где он в главной роли, уже прочитал эту пьесу. Ну, вот такая моя любовь к театру. Спасибо. А вы кого представляете?